грибной жульен со сливками, изумительное во всех отношениях блюдо, вкус у него просто потрясающий. А приготовить такой жульен можно из любых грибов, но шампиньоны, пожалуй, самый экономичный вариант. Я думаю, что нечто похожее готовила каждая из нас, ведь, по сути, этот простой рецепт грибного жульена со сливками представляет собой обычные грибочки, которые мы тушим, а потом запекаем в сливках. На мой взгляд, это настолько гениальное и в то же время простое сочетание, что лучшего даже трудно подобрать. А поскольку сверху наши грибочки мы польем сметанкой и обильно обсыплем тертым сыром, то блюдо выйдет действительно волшебное, да еще к тому же и сытное. Поэтому я предлагаю не откладывать этот рецепт приготовления грибного жульена со сливками в долгий ящик и уже сегодня порадовать своих родных вкуснейшим ужином. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Итак, начнем с того, что промоем грибы и нарежем их тонкими пластинками, выкладываем шампиньоны в разогретую сковородку, доливаем к ним немного водички и тушим грибы на медленном огне в течение 25-30 минут. Когда жидкость выкипит, наливаем на сковороду растительное масло и жарим грибы еще минут 15, затем солим их и перчим. Раскладываем обжаренные шампиньоны по кокотницам, можно использовать и другие формы из огнеупорного материала. Наливаем в кокотницы сливки так, чтобы не доходили до самого края, потому что при запекании сливки могут переливаться через него. Вкуснее тем, кто подпишется. Сверху грибы следует смазать сметаной, примерно 1-1,5 столовые ложки на каждую кокотницу. Трем сыр на крупной терке и выкладываем его горками на грибы, сыра жалеть не стоит, чем его больше, тем вкуснее жульен. Ставим наши кокотницы в разогретую до 180 градусов духовку и запекаем блюдо 15 минут, как только сыр расплавится, выключаем огонь и подаем жульен к столу, приятного всем аппетита. Вкусняшки, подписавшимся. Нам понадобится. Грибы, 600 грамм, здесь шампиньоны, сливки 10%, 250-300 миллилитров, сметана, 6-8 столовые ложек, сыр твердый, 200 грамм, перец черный молотый, по вкусу, соль, по вкусу, количество порций, 6. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Я рада гостям.